анонс и дата выхода нового сериала «Приговоренный». Показ нового сериала состоится 29 июля на НТВ. Режиссером и сценаристом, одним из продюсеров фильма, стал Михаил Погосов. Для исполнителя главной роли Игоря Савочкина эта работа стала одной из последних в жизни. Актер скончался в ноябре 2021 года. По сюжету фильма «Приговоренный», находящийся на ночном дежурстве в отделении полиции майор Михаил Симонов, получает звонок от девушки по имени Маша. Она очень испугана и сообщает ему, что за ней следит какой-то странный человек. В это время за окном начинается настоящая буря, из-за чего добраться куда-либо не представляется возможным. Застигнутая непогодой в горах Маша умоляет сделать хоть что-то, понимая, что живой оттуда она вряд ли вернется. Услышав в трубке крики и страшные звуки, майор решает во что бы то ни стало помочь ей, даже не предполагая, с чем ему в итоге придется столкнуться. Напомним, премьера нового сериала состоится 29 июля на НТВ. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.